Хайса Полина, и сегодня мы будем с вами говорить всего лишь об одном слове. Перед записью этого видео я тренировалась в произнесении скороговорок, чтобы уж совсем сильно не запинаться, а потом подумала, зачем мне скороговорки? Я же могу произносить длинные немецкие слова. Одним из распространеннейших стереотипов о немецком языке после грубости, что, кстати, совсем неправда, является мнение, что это язык длинных слов. И вот это действительно так. Все дело в том, что немцы не любят пробелы. И там, где в русском языке мы произнесем 4 слова, немцы произнесут всего лишь одно. Правда, понять это можно только в письменной речи. В устной же эти слова произносятся со специальной интонацией и разными ударениями. Выговариванию подобных длинных слов обычно посвящен отдельный раздел учебника. Согласно орфографическому словарю Российской академии наук под редакцией Лопатина, самым длинным русским существительным является «вода, грязи, торфа, парафина, лечение», и состоит оно из 29 букв. Согласитесь, употребляем мы его довольно редко, я бы даже сказала никогда, и состоит оно из 5 отдельных корней. По такому же принципу строятся и слова в немецком языке. Если обратиться к Дудену, самому авторитетному немецкому словарю, в самом длинном немецком существительном 67 букв. И сейчас мы попробуем его разобрать. Die Grundstück Verkehrsgenehmigungszuständigkeit Übertragungsverordnung. Переводится это слово как постановление о согласии на передачу обязанностей по правовым сделкам, связанным с земельными участками. Да. Нам понадобилось аж 9 слов, чтобы перевести немецкое одно. Состоит оно из 6 отдельных слов. Das Grundstück – земельный участок. Der Verkehr – движение, передача чего-либо. Die Genehmigung – разрешение, согласие, одобрение. Die Zuständigkeit – ответственность за что-либо, права, полномочия. Die Übertragung – платежи, сделки или трансмиссия. Die Verordnung – распоряжение, указ или постановление. В свою очередь можно сократить количество слов с 6 на 4, соединив «Grundstück» и «Verkehr» в одно слово «Grundstückverkehr», которое существует в немецком языке, как отдельное. То же самое с «Zuständigkeit» и «Übertragung». Из них получается «Zuständigkeit, Übertragung». Итак, смотрим теперь эти слова с перевода. «Die Zuständigkeit, Übertragung» – это передача обязанностей, делегирование компетенции. И «Der Grundstückverkehr» – правовые сделки, связанные с земельными участками. Так и получилось это длинное слово. Ах да, не забывайте про артикль. В длинных немецких словах мы ставим его в зависимости от того слова, которое стоит самым последним. В нашем случае это «Die Verordnung», так что у всего длинного слова будет артикль женского рода «Die». А чтобы соединить все слова в одно длинное слово, немцы используют букву «С» между соседними словами, а могли бы использовать пробел. Самое длинное из немецких однословных числительных – 777777. Согласитесь, это и в русском языке звучит устрашающе, а у немцев еще и записывается одним словом. Звучит это так. 777777. 69 букв. Как вы поняли, процесс словообразования в немецком языке фактически бесконечен. Но есть у этого явления и другая сторона. Подумайте, как много можно выразить всего лишь одним словом. У каждого ведь такое бывало, что испытываете чувство, ну вот оно точно есть, а название не имеет. Например, Weltschmerz, дословно «мировая скорбь». Положение дел, когда действительность вообще не совпадает с реальностью, и это вводит нас в отчаяние. Или Kopfkino, непрерывное прокручивание событий в голове, или внутренний монолог. Zweisamkeit, одиночество, твое. 24 Stunden Glück, дословно «счастье 24 часа». Lebensabschnittsgefährte, партнер на кусок жизни.
Проще говоря, временный партнер. Lebenslang geschickt sein Schatz. Или главный подарок судьбы – сокровище. Так обычно говорят про свою вторую половинку. Ну, если вы ее действительно любите. Zechpreller. Слово, употребляемое по отношению к человеку, который вообще не отдает долги или крайне сильно затягивает этот процесс. Beinahe-Leidenschaftsgegenstand. Почти то, что вам нужно, но не совсем. Ну, вы поняли. Backpfeifengesicht. Это мы скажем о человеке, которому ну очень хочется дать пощечину. Kummerspeck. Дословно переводится как «бекон горя». Ну знаете, когда у вас, например, скоро сессия, вы начинаете есть все, что вам попадается под руку, потому что очень нервничаете. Для следующего понятия есть слово и в русском языке, но немцы называют его по-особенному. Kugelzeit. Дословно «время шара». Как вы думаете, что бы это могло означать? Период беременности. Да, это же ведь то, о чем вы все подумали. Так что не бойтесь длинных немецких слов и почаще употребляйте их в речи. Так вас примут за своего. До скорого! С вами была Полли Виссен.